Я решила собрать коллекцию киевских улиц, которые уже, ну, можно сказать, не вернутся в то состояние. Я просто приезжала на место стройки, договаривалась со строителями там за какое-то маленькое вознаграждение, и они мне вырезали аккуратненько кусочки, а моя задача была их в мастерской уже доработать, укрепить, почистить, приклеить, ну, в общем, привести их в состояние арт-объекта, скажем так. Это такое болезненное ощущение, что это как кожа города, насильно снимается, ну, вот то, что могло служить еще долго. Первый раз я его показывала в Пинчук арт-центре. Это такая вот, в принципе, ну, на тот момент самая посещаемая галерея города Киева. Большой центр, белые стены, все как надо. И эти фрагменты асфальта для меня это была уже ироническая такая часть, составляющая этой работы, что асфальт, который висит на стене, ну, это, причем в таком респектабельном арт-центре, это уже смешно, потому что каждый человек ежедневно видит, ну, проходя там даже там, в магазин, из дома выходя в магазин, он каждый день сталкивается с этим асфальтом. И вот когда эту повседневную реальность она переносится на стену галереи, это как бы... Ну вот изменение угла зрения, вот это был тоже важный аспект, который я хотела подчеркнуть этой работой.